Выставка из Государственного русского музея Санкт-Петербурга приурочена сразу к двум юбилейным датам, связанным с Федором Шаляпиным. 145 лет со дня рождения и 80 лет со дня смерти легендарного оперного певца. Дружба с не менее знаменитым художником Борисом Кустодиевым подарила публике немало бесценных творений. Работа была написана в 20-е годы, в годы сотрудничества Шаляпина и Кустодиева над театральными постановками, их личной дружбы. И она, с одной стороны, явилась вот таким синтезом всего того, что было наработано художником за его творческую жизнь. А с другой стороны, эта картина явилась таким последним парадным портретом в русском искусстве рубежа 19-20 века. Она как бы замыкала собой вот целую историю в развитии русского искусства и по существу воспринималась как некая отходная молитва Кустодиева той прекрасной русской патриархальной, купеческой, провинциальной России, которая в 22-м году уже исчезала, как Атлантида уходила под воду. Но уникальность прежде всего в тех именах, с которыми связана эта картина. Это Федор Шаляпин, великий русский певец, и это Борис Кустодиев. Обыватель, любой обыватель с детства знает два этих ярчайших имени, отражающих дух народной культуры России, вообще дающих представление самим своей силой, таланта, да, о том, что есть такая русская душа. Вот она воплощена в живописи Кустодиева, и она воплощена в искусстве Шаляпина. Ну и картина, а мне сегодня уже задавали такой вопрос, на какую категорию зрителей рассчитана? От нуля плюс, потому что и маленький ребенок может стоять часами возле этого полотна и рассматривать занимательные детали, которыми насыщает художник живописное пространство. И взрослому человеку, интеллектуалу есть над чем задуматься. 22-й год, время эмиграции очень многих, да, и Шаляпина в том числе, и в 22-м году на пароходах немецких насильно отправляются в эмиграцию все философские, ученые, литературные умы России. Да? Вот в этом смысле картина является отражением действительно своей эпохи, своего времени. Есть такие картины, которые можно рассматривать часами. Изучить работу Кустодиева можно в областной картинной галерее до 21 октября.